Даня, ты не представляешь, насколько же я рада снова находиться на любимом кулинарном шоу. А ты не представляешь, насколько я рада, что закончился этот теплый апрель. Знаешь, я даже не думала, что все зайдет настолько далеко. Но после всех тех бурных приключений, которые произошли с нами, было бы глупо на этом остановиться. Правильно, ведь я чувствую, что нас ждет еще очень много веселых приключений впереди. А также новые рецепты, новый эксперт и новые правила. Я знаю, вам нравится смотреть на нас красивых, но нам пора начинать. Перерезаем красную ленту. Ура! И начинаем 5-й сезон Кукляндии. Поехали! Участники, здравствуйте! Здравствуйте! Я уверен, что вы смотрели предыдущие выпуски Кукляндии. Мы рады сообщить вам, что в новом сезоне будет много всего интересного, но в то же время и очень трудного. Участники, приветствую вас. Что? Кто это? Я ваш эксперт, Даня. Тайный эксперт. Участники, на протяжении всего выпуска я буду очень внимательно за вами наблюдать, поэтому не разочаруйте меня. Вместе с нашими партнерами сети ресторанов «Синдикат вкуса», а именно ресторан «Шариков», мы приготовили для вас рецепты, которые лежат прямо перед вами. Вам предстоит приготовить блюда, задача которых будет удивить меня и заставить выбрать победителя сегодняшнего выпуска. На приготовление у вас будет ровно 1 час, поэтому не отвлекайтесь. Удачи! Ведущие, командуйте! Друзья, если вам не будет хватать некоторых ингредиентов, вы можете подойти к нам в здание, и мы вам их дадим. На старт! Внимание! Марш! Николь, они что, реально думают, что мы дадим им недостающие ингредиенты? Скоро выясним, что они там делают. Крабовые палочки, пожалуйста. Берите. Сначала загадку отгадайте. Хлеба мягкого кусок, сверху колбаса, чеснок. Сам он просится к нам в рот. Аппетитный? Бутерброд. Молодцы. Забирайте свои ингредиенты. Мы сегодня готовили рулеты. Нам не хватало крабовых палочек. Наше блюдо получилось недожаренным, потому что мало времени. Нам не хватало некоторых ингредиентов. Крабовые палочки, мы разбили одно яйцо, нам нужно было яйцо. А когда у нас разбилось яйцо, нам надо было отгадать загадку. Мы ее не отгадали, и нам не дали яйцо. Нам посоветовали, что надо все крупно нарезать, чтобы получилось без третьего яйца. Сначала загадку отгадайте. Пчелка летом потрудилась, чтоб зимой мы угостились. Открывай пошире рот, ешь душистый, сладкий мед. Правильно, забирай. Держите. Ну вообще у нас был омлет, а у нас не получалось свернуть. И мы сделали омлет-пиццу. Время приготовления данного блюда у нас не было никаких неприятностей. За исключением того, что не хватало некоторых ингредиентов. Нам не хватало ветчины. Мы подошли к ведущим Дане и Николе. Они нам загадали загадку. Мы на нее ответили и получили ветчину. Что мы из ингредиентов надо? Желе. Сначала загадку отгадайте. Это кушанье для всех, мама сварит на обед. И ополовник тут как тут наливает тарелку. Суп. Правильно! Суп.
Я сегодня была в Кукляндии, готовила. Нам не хватало куриного филе. Отгадали загадку с первого раза. Полина плакала, потому что у нас не хватало куриного филе. Мы сегодня готовили вкусный омлет с курицей. Мы придумали название этого блюда «Черепашка». Просто она была похожа на черепашонка. Нам не хватало куриного филе. Ну, Михаила отгадала, я думала. Сырки плавленые, вот. А сначала загадочку отгадайте. Сахаристая рубашка, сверху яркая бумажка. Сладкоежки любят это. Что за лакомство? Молодцы. Да. Да что ж такое все? Спасибо. Сегодня готовили рулеты. Наш рулет выглядел как улитка. Он такой выглядел, просто был закручен. Не хватало распараванного сыра. Мы взяли сыр и выпущили. Они отдали нам сыр с загадками. Загадка была легкая. Мне больше понравилось, когда мы готовили, когда мы делали начинку. Зелень была, майонез, нам не хватало плавленого сыра, мы взяли его у ведущей. Надо было разгадать загадку. А можно творог? Творог. Сначала загадочку отгадайте. Жидкая не вода, белая, но не снег. Молоко! Хорошо, берите. Брал твердый сыр, на крупной терке брали 3 яйца, добавляли туда, взбивали венчиком. Потом жарили, на нем следили, и он получился подгорелым. Пришлось ходить за творогом. Мы пришли к ведущим, но они просто так нам не дали творог. Они попросили нам отгадать загадку. Мы сегодня готовили, как рулет мы его заворачивали. Сначала мы готовили омлет, а потом мы туда набрасывали петрушку, еще зелень, и добавляли соль, сыр, терли. Нам не хватало одного ингредиента, это творог. Мы добыли творог у ведущих. Участники, остается 10 секунд. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Все, стоп, время закончилось. Выкладывайте все, что у вас получилось, на стол. Участники, так как сегодня я предпочел быть в тени, предоставляю дегустацию Дани и Николь. Я буду внимательно слушать их комментарии, из которых составлю свое мнение. Ведущие, приятного аппетита. Покушать я люблю. Я тоже не против. Давай теперь прокомментируем все эти блюда. Давай. Это блюдо достаточно вкусное, легкое. Начинка тоже вкусная, презентация была довольно-таки красивая. Оно немного островатое, немного, но это и придает вкуса. Это блюдо похоже на пастейцу, только оно более толстое, и из-за того, что много омлета, и он толстый, начинку не сильно слышно. Не сильно чувствуется, но вкус достаточно гармонирующий, поэтому это классное блюдо. Это результат, конечно, не очень. Хотя это
мясо, а крабовые палочки. Поэтому это такое яркое блюдо. Но по вкусу, скажу откровенно, не очень. То же самое, что и у Николь. Так называемая черепашка. Тут очень чувствуется вкус грибов. Кстати, да. Довольно-таки вкусно. Презентации не очень, а по вкусу очень. Да. Вкусы придают помидоры. Ну, конечно, было бы классно, чтобы вы завернули это в рулетик. Ну, ладно. Потому что блюда все не сильно теплые, но я этого говорить не буду, потому что знаю, что они у вас чуть-чуть стояли. Чуть-чуть. В скобочках нет. Спасибо, Даня и Николь. Я достаточно от вас выслушал. Участники, судя по отзывам ведущих, у вас у всех есть недостатки, среди которых тяжело выделить что-то хорошее для выбора сегодняшнего победителя. Поэтому вас ожидает дополнительный конкурс, который поможет мне лишиться всяких сомнений. Ну, готовимся к конкурсу. Участники, вам предстоит пробежать небольшой круг на время. Сложность заключается в том, что при этом у вас в одной руке будет ложка с яйцом, а в другой с водой. Необходимо пробежать один круг, после чего передать эстафету вашему напарнику, который должен повторить то же самое. Чем лучше будет ваш результат, тем больше у вас шансов на то, что я выберу вас победителем. Друзья, пока не началось второе испытание, мы пройдем небольшой мастер-класс. Как вы видите, мы уже переместились в ресторан «Монтана». Это еще один прекрасный ресторан в сети «Синдикат вкуса». Снежана, какие вкусняшки мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить лимонные капкейки с кремом. Для этого нам потребуется сливочное масло, сахар, мука, яйца и немного терпения. Снежана, с чего мы начнем? Для начала нам нужно взбить масло и сахар, это кремовая основа. Ух ты, классно! Теперь мы добавляем лимонную цедру для того, чтобы кексы пахли лимонами. А теперь мы добавляем яйца, только постепенно, чтобы они хорошо перемешались. Что же будет дальше? Теперь мы должны процедить муку через сито, для того, чтобы кексы получились очень воздушными. И теперь мы должны все перемешать, только не миксером, а лопаточкой. А теперь в последнюю очередь мы добавляем молоко. Я так понимаю, мы можем заливать это тесто, если так можно назвать, формочки. Да, только сначала мы должны тестом заполнить вот этот весь пакет, а потом вот эти формы наполовину уже тестом. Наши кексы отправляем в духовку на 180 градусов, на полчаса, может даже меньше. Наконец-то! Снежана, пока пекутся кексы, мы же можем приготовить вкусненький крем? Да, именно этим мы сейчас и займемся. Для этого нам понадобится крем-сыр, сливочное масло и много сахарной пудры. Он очень простой, нужно просто это будет все смешать вместе и потом добавить краску пищевую, которую уже мы с тобой выберем.
красота! Да, теперь я буду их украшать вот этим вот зеленым кремом. У нас вкусные, красивые лимонные кексы получились. Эх, жаль, что Николь осталась с участниками. Ну ничего, я прихвачу ей вкусняшку. Участники, при выборе победителей я учитывал комментарии ведущих относительно ваших блюд, а также как быстро вы выполните дополнительный конкурс. Однако, помимо этого, я принимал во внимание и другие очень важные качества, необходимые настоящему повару, а именно аккуратность, слаженность и вежливость. Именно наличие этих качеств помогли мне легко определиться и выбрать победителя. И теперь я готов вам его назвать. Итак, победила желтая команда. Поздравляю! Я плакала потому, что неправильно участвовала в конкурсе. Поэтому я подумала, что мы сегодня не выиграем. Я победила! Кто молодец? Я молодец! Ура, мы выиграли в конкурсе, и мне это очень понравилось. Нам дали фартушек, рулеты с клубничкой, с джемом. Удалось на славу. Я с тобой согласен. Блюда вкусные, классный конкурс, так плюс мы дегустаторы. Вообще классно. Я думаю, именно этого ты и ждал. Смотрите нас по ТВ или в интернете. Всем пока! Николь, теперь мне кажется, то, что этот голос постоянно преследует меня. Ничего, Даня, все пройдет. Ты уверена?